Etsy-магазин. Как редактировать листинг бесплатно? Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Я сейчас отвечаю на своем YouTube-канале на ваши вопросы и узнаю всегда часто очень много нового. Смотрите, мне Антонина написала интересный вопрос. Сразу же предупрежу, редактировать листинги на Etsy – это бесплатно. Если у вас получается по-другому, вы уж что-то не то делаете. Читаем вопрос. Можно ли редактировать работу, менять фото бесплатно? Да, можно. Я только открыла магазин на Etsy, нажимаю на все кнопки, искала, как копировать и т.д. и больше ничего не делала. Просто нажимала на работу, хотела найти кнопку, как видит меня покупатель. Выходила, заходила, открывала, закрывала и смотрю, мне все мои действия за вчера начислили 4 раза по 0,40 центов. Так что, что я не так сделала? Как редактировать бесплатно? И у меня открывается предложение, что вы хотите исправить и перечень. Все платное получается? Нет, не все платное. Давайте разбирать. Друзья, покажу свой любимый способ редактирования. Я зашла в шоп-менеджер. И смотрите, у меня вот здесь ползунок. Внизу, да, Sales Channels, и светится ваш Etsy-магазин. Если у вас он один, пока один светится. И вы его правую кнопку мыши «Открыть ссылку в новой вкладке». Я так делаю, мне так нравится больше всего. Открываю свой Etsy-магазин в новой вкладке. И вы можете и весь Etsy-магазин редактировать, вот когда нажмете Edit Shop. Но мы сейчас эту кнопку не трогаем. Нам нужен листинг. Мы нажимаем, либо открываем здесь, либо открываем опять, да, правая кнопка мыши в новой вкладке, открываем наш листинг. И что мы смотрим? Мы в первую очередь, да, смотрим. У меня листинг тоже относительно старый, по Etsy SEO консультации на английском. Нужно было бы тоже отредактировать. И я обращаю внимание на Listing Tools. Listing Tools – это инструменты для листинга. И вот здесь самый первый – Edit, он бесплатный. Edit – это означает редактировать. А вот вторая, ну, скажем так, ссылочка, кнопочка, да, активная, которая – это Renew. Вот если вы нажмете сюда, получается дословно обновить, перевыставить свой листинг. Вот Edit – редактировать и сохранить, а вот здесь, когда вы на вторую нажимаете, это платно. Третье – слово «промоут», «рекламировать». И вот «продвигать» дословно, да? И когда вы здесь нажимаете и нажимаете все кнопки, то вы можете случайно запустить платную рекламу. И тогда с вас будет сниматься вот примерно 4 раза по 40 центов в среднем. Возможно, это стоимость за клик, потому что цена листинга сейчас 20 центов. Либо вы нажали больше не 4, а 8 раз, да, по 20 центов. Но обратите на это внимание. Четвертое. Копи. Копировать. Следующее, пятое, деактивировать, деактивейт, потом delete, удалить листинг, потом статистика листинга за любой период, потом поделиться в Facebook, поделиться на Pinterest и поделиться в Twitter. Получается, подытожим, самая главная кнопка, когда хотите что-то поменять. Текст, фото, теги, вы нашли свою ошибку грамматическую, все что угодно. Вам в Edit, вам редактировать. Получается, вы выставили листинг, он должен либо быть проданным, либо отбыть свое время 4 месяца за 20 центов на эти портале. Нажимаем Edit. Вы нажимаете Edit, а я открываю, у меня уже нажато. И вот здесь смотрим, вот, например, вы фото поменяли, вы что-то удалили, что-то добавили, написали любой текст. И у вас есть две кнопки в правом нижнем углу. Превью и Publish. Превью вы увидите то, что вы наменяли, да, примерно как клиент. А паблиш вы просто-напросто опубликуете, получается, с изменениями, сохраните. Потому что если вы будете другие кнопки нажимать, да, смотрим, вторая кнопка Renew – это платная. С вас будут деньги списываться. А Edit – это редактировать первое, что бесплатно. Вот здесь. Получается, ваша не промахнитесь. Почему? Потому что, ну как, вдруг не то нажмете и будете думать, Edit самая первая, аккуратненько ее нажимаете, потом редактируете то, что вам нужно. Плюс смотрите, в листингах, когда вы находитесь, вот у меня уже много листингов, у вас может быть немножечко пока меньше. Вот когда кнопочку нажимаете, да, один листинг, вот вы хотите с ним что-то сделать. Получается, вы можете обновить, renew, перевыставить, деактивировать, удалить этот листинг. Все получается, а... Плюс вы можете, смотрите, открывается Edit Options, вы можете редактировать title, да, теги, description, цену, да, именно с этого листинга, когда вы нажмете вот каждую вот эту полосочку.
изменить продуктового партнера, изменить, да, опции какие-то. Получается, вы можете вот именно быстрое редактирование вот еще таким образом как бы сделать. Но я им редко пользуюсь. Я чаще всего пользуюсь только редактированием, которым я вам показала. Я открываю IT-магазин, мне нравится, мне удобнее всего, когда ты заходишь с листинга, да, и начинаешь редактировать, открываешь так. Может быть, кому-то покажется дольше, но это мой любимый способ. Так что вы делитесь, каким способом вы редактируете свои листинги, кто уже давно работает, можете написать. А мой любимый способ такой, и он бесплатный. Это для новичков, вы не промахнетесь. Так что, друзья, если что-то неясно, непонятно, задавайте вопросы под вашим видео. С вами была Прохоровская Светлана, и удачи вам во всем. А если что-то нужно, у меня на Etsy есть отдельно, да, секция Etsy на русском и Pinterest на русском. Если вам интересны какие-то мои услуги, заходите, почитайте, посмотрите. И пишите ваши комментарии на YouTube. Удачи вам во всем, удачи вам на Etsy. Пока, до встречи в следующих видео.